Друзья, привет! Привет-привет! Мы сегодня решили съездить в Демиртаж и рассказать вам свои впечатления. А в этом нам поможет наш дружище, который там уже рычит и ждет приключений. Мы расскажем свои впечатления, то, что мы увидим своими глазами. Не то, что говорят риэлторы, а то, что скажем вам мы. Вот наши просто чувства от этого района. Сегодня... Хотели бы мы там жить, не хотели бы мы там жить. И что мы там вообще увидим своими глазами. И это, скорее всего, будет то, что вам не расскажут риэлторы. Мы сейчас выезжаем с Махмутлара, но от границы Махмутлар-Каргиджак мы посмотрим, сколько километров точно будет до Демиртаж. Мы сейчас как раз находимся в конце Махмутлара и можем точно измерить, сколько километров будет до нашего пункта назначения. Ставим на 0 спидометр. И время сейчас 12:51. Заодно и посмотрим, сколько займет времени на мотороллере доехать до Демиртаж. Сейчас мы доехали до Демиртаж. Вот эти дома, где виллы, вот за нашей спиной. Но вот сюда к пляжу нет никакой дороги. Там есть вдалеке, я вижу, переход пешеходный. Но, скорее всего, вот напрямую вы к пляжу не пройдете. Хотя пляж здесь близко. Близко пляж, даже ходят вот люди, я вижу, раздетые там, загорают. Сейчас мы доехали до первого дома, который находится после поворота на Демиртаж. У нас получилось 10 минут дороги и 9,4 километра. До центра Демиртаж мы еще не доехали. Вот это первый дом, который вы сейчас видите. Сейчас едем дальше. Едем в центр Демиртаж. Вот я немножечко проехал, показал вам эти дома, которые стоят первые. Получилось ровно 600 метров получилось от поворота. То есть вот если вы будете жить вот в этих домах, то 600 метров вам надо будет идти до пляжа. Идти вдоль дороги. Я даже не знаю, есть ли тут тротуар, сейчас посмотрим. Но вот, и до... мы еще не доехали. Тротуары вот такие вот есть. Тут детская площадка. Небольшой парк. Вот так выглядит парк. Катаются несколько мальчишек на велосипедах и сидит один мужчина. Может быть, он с внуком там сидит, а может, просто отдыхает. А мы едем дальше. Мы сейчас отъехали от моря 2300. 2300, и пока что нам не попался ни один продуктовый магазин, одни только какие-то хозяйственные с лопатами и со всякими такими вещами. Что ж, едем дальше. По центру Демирташа мы сейчас проедем от самого начала до конца. Вот такой здесь маленький центр, но буквально 150 метров, наверное. Смотрите. Ну вот, собственно, и все. Примерно 150-200 метров эта улица. В конце этой улицы находится маленький ресторанчик. Мираба. 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 Здесь, в общем-то, полноценно можно покушать в этом ресторанчике.
И хорошая кухня, я смотрю, что хорошо готовят здесь все. Мираба, мираба. Сейчас мы возьмем себе чай и какой-нибудь пиде, потому что мы кушать не очень хотим. Будем говорить, совсем не хотим, потому что мы только позавтракали. Так что берем пиде и смотрим, сколько все это будет стоить. Цены здесь довольно нормальные. Супы стоят по 35 лир. Мясной шашлык 150, шашлык из баранины 150, бараньи отбивные 220, адана кебаб 120. Например, тавук шиш, этот шашлык 90, кюфте 100, значит, также здесь есть десерты по 35 лир, и лахмаджун, например, 25 лир. Пита с мясом и чеддером 80 лир. Мясной лаваш 70 лир. Цены довольно приемлемые и очень... И главное, что меню на русском языке. Немного дешевле получается, чем вот в центре в Махмутларе, в таком же ресторанчике. Ну, примерно процентов на 20, наверное. Все-таки здесь дешевле, мне кажется. Для нас уже открывают пленку, чтобы нам было покомфортнее сидеть. Сразу такие все внимательные, все улыбчивые, все здороваются. Такие прям вот видно, что тебе рады. Ой, друзья, слушайте, как это вкусно пахнет. И я сейчас нападу на булки. Хотя нельзя, конечно, но очень хочется попробовать. О, аромат какой! Она еще прям горячая-горячая. Очень вкусно. Чоколизетли. Хороший здесь ресторанчик, никого нету. Можешь спокойно посидеть. Вкусно пиде у нас с сыром. Дали вот такие вот салфеточки мокрые. Это тоже показатель. Не во всех ресторанчиках дают. В хороших дают, в плохих не дают. И принесли чай, я не знаю, вот посмотрим счет, когда закажем. Хорошие ресторанчики за чай не берут ничего. Они всегда его дают в подарок. А мы сейчас посмотрим, подарок у нас будет это или нет. Мы сидим тут и немножечко офигеваем. Сидим в ресторане, смотрим, собака лежит посреди дороги. И главное, что машины едут, все объезжают, а ей вообще пофиг. Она на полном расслабоне лежит такая, и все ее объезжают, и все замечательно. Счет? Отлично, говорит. Как я и говорил, чай два раза нам дали, два раза чай. И чай был в подарок. То есть хороший ресторанчик. И все остальное и вообще, в подарок. Да, весь наш счет получился 70 лир только за пиде. Все остальное было тоже в подарок. Очень хороший ресторанчик, я думаю. Он нам понравился, классный. То есть, кто будет здесь, рекомендуем, заходите, получите хорошее обслуживание, очень вкусную еду. Сказали, что здесь три шеф-повара, и все шикарные, все хорошие. Здесь тоже есть рыба, и леврек, и дорадо, все здесь есть. И мясные очень хорошие блюда. Так что мы здесь просто попробовали пиде. И очень понравилось. Самое главное – отношения. Ведь отношения – это самое главное. До свидания, хороший ресторанчик нам понравился. Однозначно рекомендуем. Очень теплое отношение, конечно, людей. Это прям удивляет. Ну, как-то так непривычно даже, что уж прям настолько. И самое, что интересное, мы разговаривали с официантом, и нам он сказал, что через год, максимум два, здесь будет много магазинов, здесь будет большой. Он сказал, Махмутлар большой, но скоро здесь тоже будет большой. Город-сад. Да, ну вот верит местные человек. Люди уверены, что через год-два здесь все будет по-другому. Может быть, риэлторы и не врут. Мы хотим проверить еще одну маленькую вещь такую. В магазине А101 такие же самые цены, как в Махмутларе, или другие цены? Потому что несколько лет назад мы заезжали в Манавгат, и в Манавгате в обычном маленьком сетевом магазине было все гораздо дешевле, чем было в Алании.
мы зашли в А101 в Демиртаж посмотреть ассортимент или, может быть, здесь другие цены. Ну, вообще, любопытно же узнать. И вот здесь мы увидели наши любимые орешки. У нас уже в А101 давно их разобрали, а здесь они есть. Я говорю, Лен, возьми две, а я и три возьму. Да, три возьму. Глядя на молочку, цены здесь абсолютно такие же. Так что во всех магазинах, даже в маленьких городках, цены те же самые. Разница только в том, что в более больших городах это все разбирается очень быстро, если это что-то какой-то хороший товар. А здесь его некому покупать, и все можно здесь найти. Сейчас мы доехали вот до такого дома. Сейчас я вам его покажу. Вот так вот выглядит этот дом. Есть парковка, но до центра, вот, если вдалеке вы там увидите две мечети, это и есть как раз центр Демирташа. А так вокруг только парники и вот такие вот старые дома. Вверх вот туда, если подняться по этой дорожке, там будут виллы. Но с этих вилл без транспорта вообще невозможно, мне кажется, никак добраться. Но я видела, что здесь вот есть автобусные остановки и ездят долмуши. Да, долмуши это, и едут в это автобусы такие синенькие. Ну, в общем, как маршрутки. Они курсируют все время, постоянно. Вообще у меня сложилось впечатление о том, что это, в общем-то, такая большая деревня, где живут люди, в основном местное население, которое работает здесь на местных парниках, на этом заводике, где каменные плиты делают, или как это? Да, да. Потом, по производству камня. Да, потом видно, что тут всякие мастерские, какие-то рабочие такие моменты. Ну вот сейчас я обойду этот дом, покажу вам его и... Ну, посмотрим, в общем, сами посмотрите. Если здесь, например, вот в этом доме купить квартиру, то вы будете... Дорог как таковых нормальных нет. Везде такие, ну, если лежит асфальт, то он такой не очень, или такие вот вообще просто щебенка везде. Очень много пыли. То есть, как бы тут еще, пока эти дома все построят, пока сделают все эти дороги. Но, по крайней мере, здесь сейчас ничего не строят. И вот там вдалеке, допустим, вот там вот есть новый дом. Вот если его видно вот за нашей спиной далеко-далеко, вот там, допустим, если купить квартиру. Но ноги, туда... по-моему, сотрешь по самое не могу, если будешь куда-то идти как пешком. Как туда забираться к этому дому? На машине еще ладно, без машины, конечно, это вообще труба. Ну, посмотрим, что здесь вокруг этого дома. Ну, одни парники, вот сейчас, если показать отсюда вид, то тут одни сплошные парники. Конечно, я думаю, что этот район будет, возможно, хороший, но мне кажется, что это минимум 10 лет. 10 лет, потому что мы увидели во всем этом районе только два продуктовых магазина. Один А101 и другой БИМ. И увидели одну какую-то кафешечку. То есть ресторанов нет. Магазинов только два, банкомата тоже два я видела, Япи-Креди и Гаранти. Ну, какие-то хозяйственные такие, где какие-то вещи продают, какие-то хозяйственные один магазин. Больше я ничего не видела такого. То есть, если рассчитывать и думать, вот, например, как бы я, хотела бы я здесь жить или нет. Если бы мне было лет 20, я бы, наверное, подумала. Может быть, вложила бы сюда деньги, или через 10 здесь бы было бы неплохо. Опять же, если я молодой человек или молодая семья, что нужно молодым? Они хотят пойти в ресторан посидеть, они хотят пойти куда-то с детьми, они хотят, например, ну, где-то повеселиться. То есть здесь этого точно нет. Я так понимаю, что здесь можно, конечно, купить квартиру, сэкономить на квартире, купить квартиру дешевле и на эти сэкономленные деньги купить машину. Потому что здесь делать нечего без машины. Потому что захочется поехать в Аланию, в тот же самый ресторанчик куда-то, с детьми где-то поразвлекаться. То есть, а здесь обычная деревенская жизнь. Вот тебе море, вот тебе деревня.
Вот тебе море. Да, но до моря вот еще опять вам же... вам там море, если вы его видите. Ну да, но до него надо ехать. И вот сплошные парники, парники, парники. Это просто квадратные километры просто парников. Ну, дорога, да, тоже сами видели. Ну, такая вы сами видели сейчас пыльная. Пыль. В общем-то, здесь все так. Ну, вот я сейчас смотрю, вот где мы сейчас находимся, возле этого дома. Ну, до центра, да, вот километра два. Но поедем мы все-таки в центр. Поедем, посмотрим, зайдем хотя бы туда, где этот БИМ и А101. Ну, просто хотя бы вживую посмотрим эти магазины. А потом порассуждаем насчет того, как здесь жить. Нам очень сильно повезло. Мы сейчас в Демирташе встретили женщину русскоговорящую с Украины. Сейчас зададим парочку вопросов. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Очень приятно. Сколько вы живете уже в Демирташе? 4 месяца. А вы там повыше живете? Да. Снимаете квартиру? Там, нет, не снимаю, я живу у своих родственников, они здесь купили дом. А, они купили дом. Да. То есть у вас там дача такая, как дача? Ну, может быть, да. Угу, хорошо. Раз по случаю войны, из-за войны пришлось приехать сюда и обезопасить себя, так сказать. Понятно. Скажите. Маленький ребенок родился 24 февраля как раз. Ох, вот как раз, да? Вот этот малыш. Да, как зовут малыша? Давид. Давид, красавчик. Вот. Скажите, а вы вообще вот здесь живете? Вам нравится здесь жить? Нравится. Тихо, спокойно, хорошо. Кто-нибудь там рядом еще живут русскоязычные, допустим? Да, много живут. Много? Да. Вот там в виллах, да, в этих, да, виллах? Да. Скажите, какие-то магазины есть? Ну, два маленьких магазина, но там все есть. То есть вот там же в виллах есть два маленьких магазинчика? Ну, вдоль дороги, вдоль трассы, которая идет вот в Демиртаж. Сейчас едет вот автобус, да, и спускается вниз на дорогу центральную же он выходит. И то есть вот там, в самом в центре Махмутла, этого Демирташа вы имеете в виду, ну, магазины? Здесь. Это вот так надо, как я вот спускалась, да, снизу, да, это так вот по дороге, и там есть два магазина, и там все есть. Угу. Очень удобно, а 15 минут в Махмутлар поехать... А до моря вы как добираетесь? Ну, спуститься это минут до Сусы, вот пляж, да, цивилизованный, да. 25 минут я медленным шагом вот еду на колясочке. Угу. А так вообще прекрасно. А центр Демирташа вам нравится? Вы туда вообще ходите, нет? Ну, мы ездили на машине, я не очень, потому что я всегда с ребенком нахожусь, а его родители то закупаются, ездят, там овощи, угу, всегда свежие. И эти продукты свежие, домашние все. Угу. Они покупают здесь или они ездят в Аланию? Нет, они здесь покупают. Продукты здесь все можно купить. Это уже что-то такое из вещей, то в Аланию. А так, продукты здесь все можно купить. А в Демирташе вообще. И цены даже чуть-чуть ниже, угу, по сравнению с Махмутларом даже. Угу. Здесь, угу, ну, домашнее все. То есть вам нравится Демирташ? Ну, мне нравится, да. Мне все нравится, особенно погода хорошая. А как местные, как вы с местными общаетесь? Вот встретили только что женщину, я так и особо не запомнила, но приветливые, здороваются, мираба, мы так все здороваемся, потому что я хожу по такой местности, чтобы была дорога прямая, здесь обычно все подниматься надо, опускаться, и я нахожу такие там тропинки, и вот уже некоторых знаем, здороваемся, как вроде бы старые знакомые, и все. Они такие хорошо, приветливые, хорошие люди. Мне нравится. Лично. Скажите, а вот соседи у вас, наверняка же украинцы, русские и всякие разные национальности. Да, у нас там немцы живут с нами, у нас 4 дома. И живет турок, семья турков, ну, жена у него белоруска. Русские живут, и вот мы украинцы, и немцы тоже. Ну, между соседями вы очень хорошо общаетесь. Да, да, все дружим. Друг другу там что-то вот поздравляли даже друг друга с этим Рождеством было. Скоро вот день, это годик будем тоже, говорим, всем соседей пригласим там через месяц. Сегодня у него 11 месяцев как раз. Ну хорошо. Желаем, чтобы все у вас было хорошо, чтобы малыш, чтобы не болел. Спасибо. И был здоровенький, да, самое главное. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Спасибо большое, всего хорошего, до свидания. До свидания. Вот
очень много хозяйственных магазинчиков. Такое ощущение, что всем нужны эти швабры, лопаты, ну и всякие такие чайники непонятные. Конечно, всем нужны в хозяйстве. В хозяйстве всем нужны хозяйственные вещи. Также есть разные административные здания, вот, например, вот такое. Там написано «Сигорта», значит, там делают страховки. А там, если я правильно понимаю, пекарня. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, долго вы, давно вы уже живете здесь? 15 лет. 15 лет? Да. А скажите, вы здесь работаете или просто живете? Нет, забыл, это пансионер. Пенсионер? Пансионер. Хорошо. Я архитектор. О, здорово. Она ландшафт. Ландшафтный дизайнер. Вы архитектор? Я знаю архитектор нормально. Вам нравится здесь? Мы раньше жили в Стамбул, Анкара, потом мы живем здесь. Здесь, в этом месте, вам нравится жить? Да, конечно. Очень хорошее, здесь, тихое место, да? Тихо, да. А откуда вы приехали? Стамбул. Нет, из Стамбула. Вы турок? Да. Так хорошо говорите по-русски. Как? Это не очень, да. Очень хорошо. Спасибо, я жил в России. Я был в России 20 лет. 20 лет жили в России. Я в Нижневартовске жил, в Сибири. И в Москве тоже. О, хорошо. Ничего себе. Мы строили там, в Нижневартовске, больница строили. Скажите, как вас зовут? Аттиля. 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 Меня зовут Аттиля и Назан. Вас? Назан. Очень приятно. Какую мы вкуснятину здесь купили. А, как пахнет вкусно. Дюрюшерус. Ну что ж, Демиртаж нас встретил очень даже хорошо. И мы как-то неожиданно... Очень тепло и дружелюбно. Да. Он нас Демиртаж удивил просто своими людьми. Так классно, такое общение, здесь все добродушные, доброжелательные. Вот опять же, отношение турков к приезжим мы сейчас видим. Мераба. Мераба, насаим се. Чоким, насосенес. Бендеим, тоштис. Супер. Очень приятные, доброжелательные люди. Мы сейчас поедем на пляж Демиртаж. Покажем вам пляж, а также покажем переход, как перейти дорогу к пляжу. Там и поговорим обо всем. О том, что мы думаем об этом чудесном городе Демиртаж. Мы сейчас находимся как раз на большом перекрестке. Вот D400 и поворот на Демиртаж. Здесь есть как раз два пешеходных перехода. Вот один метров 20, наверное, вот прямо туда, и второй здесь. Выглядят они вот таким образом. И упираются они тоже, непонятно, вот пешеходный переход через дорогу прямо в отбойник. И чтобы пройти к пляжу, нужно пройти вдоль дороги метров 100, и только тогда можно спуститься к пляжу. Это не очень удобно, особенно если с коляской или с маленькими детьми. И, в общем-то, здесь очень активное движение. То есть здесь не продумано. С центра Демиртаж до этого перекрестка получается ровно 2,4 километра. Пешеходного перехода здесь нет, от слова совсем. То есть я вам показал, куда пешеходная дорожка упирается вот в этот отбойник. И примерно около 100 метров вам придется идти, допустим, с коляской вдоль оживленной трассы, вдоль от этого отбойника. Это я сейчас еще выбрал как раз такое время, когда практически нет машин. В общем, перейти дорогу здесь просто квест. Напротив, вот это желтое здание, это здание школы. Я смотрю, что все дети перебегают дорогу. Это очень небезопасно. Я не знаю, как допустили до этого. Всем детям приходится перебегать дорогу, и вот они потом на другой стороне ждут все какого-то транспорта. Совершенно непонятное упущение.
Как такое вообще может быть? Пляж здесь мне, кстати, понравился. Здесь очень все ухожено. Можно покататься на лошадках, можно посидеть в баре, который работает даже сейчас зимой, когда никого нет, все работает. Очень чистые туалеты, в которых есть и мыло, и туалетная бумага, и все, что нужно. То есть здесь все облагорожено, здесь хорошо. Главное, как бы сюда дойти. А вот сам пляж и само место вот здесь мне очень нравится. Здесь очень... Вот что мне еще нравится, что здесь никого нет, здесь тишина. Здесь просто ты один на пляже, можно сказать. И красота. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Скажите, а вы живете здесь, в Демирташе? Нет, мы живем в Махмутларе. А в Демирташе у нас купили друзья квартиру. Мы приехали посмотреть, как идет строительство. Район нам очень понравился. Единственный минус – это что 2,5, даже 2,7 километров от моря. Вот сейчас спустились, хотим посмотреть пляж. Пляж, нам сразу говорили, что песчаный пляж очень хороший. А как вы переходили дорогу? По зебре. Перебегали? Нет. Дождались, когда машин нет, тогда давай переходим. Как везде. По зебре, а потом шли вдоль дороги? Шли вдоль дороги, немножко сюда как бы возвращались, чтобы не через забор перелазить. Немножко вот это у них не продумано. Как вы считаете, что женщина, молодая женщина с коляской и с маленькими детьми еще может перейти дорогу здесь? Дорогу-то может перейти, но потом с этой коляской нужно идти еще до поворота. Вот так. В этом смысле, да. В этом смысле не сможет. То мы есть... так по заборчику. Скажите, вот как тихонечко кто, на ваш взгляд, здесь покупает недвижимость? То есть с какого возраста люди? Ну вот наши друзья, им по 45 лет. Ну, то есть им работать еще лет 8, так что помоложе. То есть они считают, что к тому времени, когда они придут на пенсию, тогда будет здесь город-сад? Надеемся на это, да. Нам так и сказали, что лет через 5 здесь будет второй Махмутлар, так скажем. Поэтому я думаю, что все-таки это будет второй Махмутлар. Ну, может быть, не второй. Здесь немножко покрасивее, рельеф местности. Вот рельеф мне нравится. То есть не просто, как у нас, вот прямое. Но зато у нас горы рядышком в Махмутларе. Тоже своя прелесть. А здесь немножко рельеф красивый. Вот особенно там, где этот находится Санрай-1, где наши друзья купили квартиру. Вот там очень красиво. А дорого они купили? На этапе строительства... Я надеюсь, они не обидятся. 112 тысяч. Но у них большая квартира. Нет, 55 квадратов, 1+1. И третий жилой этаж. По-нашему третий. Там уж какой он будет, посмотрим. Скажите, а Махмутлар вам нравится? Махмутлар, конечно, нравится. Особенно вот выйдя на пенсию, там очень удобно жить. Во-первых, на русском очень многие говорят языке. Во-вторых, инфраструктура уже развита очень хорошо. Поэтому, не знаю, мы довольны. У нас... Хотели бы поменять Махмутлар на Демирташ? Нет. Однозначно нет? Однозначно нет. Я вам еще вот что хочу сказать. Может быть, песочек это и хорошо, но вот некоторые ругают наши скалы. Скалистое побережье, что там вот скалы. Но мне, например, наоборот нравится больше, потому что чище море намного. Намного чище. Вот мы в этом году были в отеле на берегу моря в Алании. И там песчаный пляж. Я домой приехала, у меня купальник весь был серый снутри. У нас вот с 15-го года мы как заселились, у нас такого ни разу не было на наших пляжах Махмутлара. Да, на Махмутларе очень хорошо. Хорошая, чистая вода. Вода очень чистая. Мне вот это вот. Кстати, Клеопатра, все так рвутся на эту Клеопатру, там и на квартиры бешеные цены. Ничего хорошего. Та же самая. Тот же самый песочек, та же самая мутная водичка. И очень много народа. У нас вот как бы Махмутлар сама-сама-сама. Скажите, вы ВНЖ получили уже? Да, мы ВНЖ получили. Вот сейчас в феврале будем сдавать документы на продление. Хорошо. Всего хорошего вам. Спасибо большое. Спасибо вам тоже. До свидания. До свидания. К нашему счастью, мы здесь встретили людей, которые говорят по-русски и живут в Демирташе. Сейчас зададим им парочку вопросов. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Исмаил, а это моя сестра. Ее зовут Сара. Скажите, вы живете здесь в Демирташе? Да. А давно вы здесь живете? Недавно приехали.
вот, так скажем, подышать свежим воздухом. Хорошо, понятно. Сколько вы здесь примерно находитесь? Это с месяц. С месяц? Да, не больше. Скажите, вам нравится здесь жить, Демирташи? Здесь тихо, спокойно, нормально. Но не напрягает, что далеко магазины и далеко вот пляж? И... Ну, знаете, вот такие люди просто. Нам то, что нужно, мы нам на рынок раз в неделю съездили, натуральными продуктами затарились. И как бы нам наоборот хорошо, когда вот никого нет. Вот, скажите, у вас народа. Автомобиль? Вы пользуетесь автомобилем? Сейчас пока на автобусе ездим. У меня прав нету. Вот. Там, когда надо, кого-то знакомых подключаем, тоже здесь живет Демирташ, у него машина есть. Хорошо. То есть вам район нравится? Вообще нормально. Вы бы здесь купили квартиру? Купить... Я бы здесь не квартиру, я, может быть, здесь домик имел бы, но не скажу, чтобы я прям здесь вот остался 100%. Я просто сейчас как бы в поиске смотрю, где что, как, потому что, может быть, здесь места получше. Ну, здесь, в общем, в целом мне нравится. Если... по шкале смотреть, 8 из 10 я бы поставил. А как вы думаете, для молодежи здесь будет скучно или в принципе нормально? Смотри, какая молодежь. Вот тоже, да, есть разные люди. Есть там те, кто любит там потусить, там им, например, больше ближе к городу. Есть те, кто, знаете, вот все чаще встречаю там людей, которые хотят какой-то осознанный образ жизни вести. Им, например, хочется подальше от суеты, что-то вот от города, что-то такое, поэтому им здесь могло бы понравиться. Я бы единственное, что добавил, ну, это, в принципе, во всей Турции, это турники. Вот турники были бы, было бы вообще хорошо. То есть мало мест для занятий спортом? Вот у них есть вот эти тренажеры и спортзалы есть, а вот как вот прям вот турники, чтобы как вот в России оторваться, такого вот вообще я редко встречаю. Такого нет? Вообще нету почти, да. Да, я тоже это заметил. Хорошо, спасибо большое. Всего вам хорошего. Все, пожалуйста. До свидания. До свидания. Скажи, тебе понравилось на лошадке прокатиться? Да. Здорово было, да? Да. Хорошо. Пока. Пока. Итак, ребята, итог такой. Но если бы нам сейчас предложили поменять нашу квартиру на точно такую же квартиру, или даже немножко получше, плюс автомобиль, наверное, однозначно ответ нет. Нет, Махмутларбу мы не поменяли на Демирташ. По крайней мере, сейчас. Может быть, лет через 5 здесь и будет город-сад, но не сейчас. Но с другой стороны, я тоже не верю, что через 5 лет даже здесь будет город-сад. Потому что, ну, мои рассуждения такие. Здесь 90% жителей занимаются сельским хозяйством. Все площади покрыты теплицами. И эти люди наверняка хотят в этих теплицах работать. Никто не хочет терять свои рабочие места, значит, никуда эти теплицы не денутся. Значит, точно так, ну, понастроят немножко больше домов. А как было неудобно подойти к морю, скорее всего, так же и будет неудобно подойти к морю. Ну да, здесь меньше людей, пляж свободный, можно помедитировать, подумать о жизни. В Махмутларе, конечно, в Алании там людей много и сложнее это делать, потому что... С другой стороны, кому что нравится? Кому нравится одиночество, тем значит, сюда. Да. Кому не нравится, кому надо социум, однозначно нет. Для молодежи здесь будет скучно. Для тех, кто пожилого возраста... Тоже будет не очень хорошо, потому что добираться 1,5 километра пешком до моря. И еще, если жилье чуть в горах, тоже добираться, но тоже как бы... И есть большой шанс не дождаться, пока здесь будет город-сад. Так что для инвестиций, скорее всего, да. Что понравилось? Хорошие люди. Очень хорошие, приветливые люди. Это точно. И опять же, наше мнение. Надо приезжать сюда, смотреть своими глазами, выбирать сердцем. На сегодня будем заканчивать свой ролик. Вам скажем до свидания, до новых встреч в эфире. И пока-пока. Пока-пока. Ну вот, собственно, и все. Вот такая улица, не очень длинная, где-то примерно 150 метров. Ну, здесь есть два магазина. Магазин А101 и магазин БИМ. Здесь есть один магазин, где продают плитку. Ты посмотри, что делается. Один магазин. Ты посмотри, что делается. Дай. Ты чего не покормила кошку?
Вот сейчас брось каску и беги кормить кошку. Черт возьми.